Я рад приветствовать не боящихся сложных путей на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы вновь врываемся в шпиль в игре под названием Slay the Spire. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим наше с вами путешествие. Хотел вначале поиграть в ежедневном, но там какая-то муть одна. Мне вообще такое ощущение, что в ежедневочках, ну, как бы они быстро приедаются. Было бы интереснее, вы знаете, если бы сделали какие-нибудь испытания, типа челленджи, там, тебе дают какую-то определенную деку, и ты должен пройти там все акты или еще что-нибудь в этом духе. Как бы можно было бы акты перестраивать так, как удобно, например, ну, разработчикам, как они это видят. Мне кажется, возможно, конечно, это все будет со временем. Получить случайную редкую карту, получить 3 случайных зелья, изменить 2 карты, получить реликвию босса. Так, я меняю 3 карты, да, и они превращаются в чудо в какое-то. Давай это. Ну, так себе. Там рывок вроде как есть, неплохая вещь. Ну, и все. Так, ну давайте подумаем, куда нам лучше пойти. Наверное, шпэнк-шпэнк-шпэнк-шпэнк-шпэнк. К элиточке, потом пэм-пэм, и к элиточке, потом пэм-пэм, и куда-нибудь здесь магазин, тут ха-ха-ха, здесь хоп-хоп, и вышли. По-моему, отличный план. Все, идем по плану, действуем по плану. Так, как только лучше в начале начать? Пам-пам-пам, ну да, давай так. Кусака, кусака, чебуракака. Так, сколько там он бьет-то? 6 урона, да, нормально. Дает 6 защиты, возьмем. Раздает. Дает, бери. Бьет, беги. Хопа. Не знаю, зачем мне это. Так, 13 урона. Но я, в принципе, тут больше ничем-то и не дамажу. Давай так. Отлично. В принципе, вот эта карта, где женщина фейспалм делает. Ну, там она кричит, наверное, ей очень плохо. Она, в принципе, неплохая. Так, что будем брать? На яд рассчитывать или просто идти через сброс? Наверное, через сброс будет нормально. Она вроде... Так, 14 хп потерять, да, улучшить? Отличное, кстати, улучшение. Хорошую карту улучшили. Она очень интересная, потому что иногда бывает не хватает реального количества, ну, данного количества урона, и мы просто берем и пробиваем по 6-2 раза. Считайте, она приходит, сразу же 2 карты в руку дает. Даже не знаю, что лучше было бы изменить. Наверное, было бы изменить неплохо данную защиту. Отличная защита поменялась нам. Там, получается, навык на навык меняется, да ведь? Атака на атаку. Выходит так. Мы можем избить. 4-9, убить даже, я бы сказал. Избиваем, убиваем. Давай 2 атаки. На 13. О, да. Так, на. Неплохо. Мне нравится. Есть яд, есть защита. Есть еще защита. Яд. Яд, яд, яд. Или нет, нет, нет. Сложно сказать. Ну давайте яд возьмем. Давай яд. Куда же без яда-то? Пробовать. Куда же без яда? На 9 я, конечно же, ударю. Поставим, защитимся. Ну, давайте еще разок. Держи. Яду тебе. Одной картой. А, зачем? Ай, надо было не защищаться. Ладно, плевать. Хотя все равно бить-то было бы нечем. Бить-то было бы нечем. Ударю. Яд. До свидания. Удушение. Удушение. Ну давайте попробуем через удушение поиграть. Получится ли? Надеюсь, что да. Ой, их и сразу удушение в руку приходит. Как это не очень хорошо. Без энергии, конечно, удушение вообще не работает. Надо больше энергии или нужно больше нулевых карт. Тогда нормально. Thank you.
Так, ну давай еще 6 защиты на следующий ход. Хотя он еще потом будет в этот круг кидать свой. Да-да-да, тут колдунство. Дикое, лютое. Давай на 2. На 1. Отлично. Да не колдуй там, не колдуй. У нас есть защита на 7. Думаю, я ее уберу. Вот так вот сыграем на 16. Пятнашечку. Пропьем, наверное. Умри. Вир. Вир, неплохо. Хорошая карта. Удар коленом в лицо. Но вот это тоже хорошая. На яд тем более у нас сейчас и есть. Давайте возьмем. Коленом в лицо, кстати, там энергию бы можно было получить. Она мне сейчас очень сильно нужна, да? Мне там, в принципе-то, сильно крупных карт нет, но вот для удушения. Коленом в лицо прям было бы в цвет. Ладно. Придется спать. За что вот не очень я люблю безмолвную, что очень часто спать приходится ей, потому что, ну, она такая, и нужно хп держать постоянно на уровне, с защитой как-то, куча навыков. Пипец. Ну давай, отхватываем еще. 30 хп у него. Тут защитимся. Вот эту я люблю, атаку. И мне еще нравится другая у Лотоносца. Там тоже хорошая есть атака у него. Которая тоже защищает тебя, но при этом ты атакуешь. Яд. Ну давай, яд. 3 заточки. Ну неплохо, неплохо. Так, далее, ты пэм-пэм-пэм, как я тут планировал-то пэм-пэм-пать. Типа я иду сюда, потом пэм-пэм, да, и вот так мы выходим. Через магазин, отлично. Давайте попробуем удушение, что ли, прокачать. Чтобы побольше урона наносить иначе. Смысл. Лопата, якорь, якорь неплохо, заточки. Ну, такое себе. У нас, конечно, сейчас есть на заточки. Я бы не стал бы их брать. Я бы вот взял якорь. Защиту, может быть, взять. Защиту, давай посмотрим. Есть защита, есть защита. Защита есть, как бы. Какая-никакая. Вот это даже, вот, кстати, не очень хорошо сейчас здесь заходит. Хотя, в принципе, мы набираем, конечно, но все равно. Ладно, неважно. Наверное, я ничего больше брать не буду. Мне больше ничего не надо. Скинуть я карту не могу, извините. Избавиться от карты. Па-па-па, смотри, какую какакулю я нашла. Да что мне до твоих какакуль? Ну ты достала. Что ты постоянно мне всяких гадость приносишь? Так, давайте мы, наверное, на атака. От лучшей атакой, да? 2-6. Тут 13. Тут 13 всего лишь. Так, отлично. Отлично. Хорошо раскладываем. Удваивает урон ваших атак в следующем ходу. Но грех не брать. Хотя там на яд, конечно, была. Ну ладно, мы пока яда еще столько не имеем. А то прям не взять это как-то, ху-ху-ху, совсем уж. Конечно, мы юзаем вот эту атаку. Конечно же, я юзаю вот эту штуку. Хочется, так хочется оставить все это. Просто потому, что у нас есть удушение. Завершить.
И оно не приходит. Ну, what the fuck, а? Удушение есть, и оно не приходит. Так, 15 здоровья осталось. Даже 12 здоровья. Можем, в принципе, попробовать. Может быть, атака выпадет хорошая. В принципе, она, наверное, прокатит. Мангу. Вау, хорош. 14 хп, максималочка. Вы добираете, мы выбираем. Не буду брать ничего. Убрать карту из колоды. Вот это хорошая мысль. Вот это хорошая мысль. Убрать еще какую-нибудь карту. Я бы убрал бы атаку, наверное. Обычную. Нету, конечно. Защита мне еще может пригодиться. А вот атака не очень. Так, кто там у нас? Понятно. Давайте попробуем прокачать что-нибудь. Что прокачивать будем? Удваивает... За одну единицу. Яд. В принципе, защита тоже ведь неплохо. Сколько там будет? 8 защиты. Либо яд. Давайте вначале, наверное, начнем с этой карты. Она бесконечная у нас. Это очень важный вопрос. О, вот это прям вообще начало идеальное просто. Погнали дальше. Раздаем. Яда, к сожалению, нет. Так бы хорошо бы раздали. На 6, может, полностью защитимся. В принципе, мне сейчас первая атака будет сильная, потом-то слабая, так чтобы точно не получить. Так, во-первых, играем сразу вот это. 6 защиты можно на раз долбануть. 6 на 2, давай. Разыграем. Я просто надеялся, а вдруг у меня выпадет нулевые вот эти карты. Но это не произошло. Вот эти вот мне нужны были. Так, тебе долбанем. А тебя долбанем. Отлично. Пока идет все очень хорошо. Я думаю, плохо тут уже идти и не будет. Все самое страшное уже произошло. Почищайте здесь, как говорится. Мы можем взять, в принципе, защиту. Будет играть нам на защиту. Можем взять алхимию. Сбрасывайте все карты. Алхимия тоже, кстати, вещь. Но это всего лишь на один раз, да? Защита хороший талант. Давайте возьмем. Мне нравится. Стоит одна единица и прям вообще хороший. Есть две темы. Либо мы с вами идем через 6 карт... Я бы так не стал делать, либо без зелий. Ну, кстати, хорошо, что алхимию не взяли. А то бы сейчас бы я бы так расстроился. Так, смотрим. Прыг-прыг, скок-скок. Через мосток.
Тут все у вас через не то место. Как я посмотрю. Ну тут есть вроде, да, вот одна, вот это сюда. Можем, конечно. Ну давай через. Пойдем через далекий путь, через вопросы. А собака на него не повесишь. На эту собаку не повесишь. Когда играем так. Я могу защититься, конечно. Давайте, наверное, так я сделаю. Не хочу я что-то тратить. Давай. Следующий ход тебя уже прикончил. Не хочу тратить здоровье, честное слово. Жалко его. Оно же мое родное. Катализатор. Либо заточки. Катализатор, конечно, прям сила. Прям сразу сила. У нас, тем более, яд есть. Я думаю, есть смысл. Давайте возьмем. О, птички. Ох, вас тут дофига. Так, одну роняю. Юзаем. Одну роняю. Раз, два. Но я, в принципе, даже две, двух роняю. Да, какую-то, например, тебя. Полежи. Мои ноги. Пока ты там внизу находишься, я тут посижу. Давай. Так, это бафается, да? Можно, конечно, убить одно из этих прелестных созданий. Можем разыграть, можем скинуть. Давайте я, наверное, все-таки попробую через яд. Эту я так долбану. Отлично. Да. Он у меня улучшенный, что ли? Я возьму удар колена. Он у меня улучшенный, что ли, катализатор? Да. У меня же нет никаких. Я, видимо, сразу взял, да, мне повезло. Отлично. Я думаю, что-то, короче, я почему-то считал, что у меня на двойку. Ладно, плевать. Так, убрать карту из колоды. Еще убрать карту из колоды. Так, удар. Давайте одну оборону. От одной обороны избавимся. Не нужна мне. В принципе, я вообще бы от обороны, наверное, полностью от обычной избавился, потому что они мне, в принципе, не нужны, эти карты. Так, торговец. 200. Подушечка неплохо, хорошая карта. Подушечка неплохо и хорошая карта. Кстати, хилка есть. 150. Не хватает мне. На две. На артефакт, типа того, и на хилочку. Хилочка-то тоже цвет. В цвет, в цвет. Поспать на больше здоровья отхилить. Понизить хворью. На яд. Смотрите, сколько всего интересного. А, это нет, это дешевле на одну энергию каждый раз, когда при сброшенной карте. Нет, она мне вообще не нужна. Либо хворь. Хворь-то, в принципе, тоже можно взять. Хворь хороша бы. Была бы нам. Учитывая, что у нас сейчас энергия есть. Давайте я возьму, наверное, хилку. А, и хворь. И давайте еще от одной карты избавимся. Давайте от атаки. Погнали. Свеча. Ну так себе. Так, я хотел пойти вот так, наверное, потому что здесь потом костер, мы сюда вот уйдем. После этого рогатого, да, еще сюда к этому рогатому зайдем. Здесь костер, еще к одному рогатому и в магазин. В принципе, неплохо. Погнали. Не люблю тебя. Но не так-то, не такой-то уж страшный, как хочешь казаться.
Надо главное убить вот эту чундру. В принципе, у меня есть на это все, что мне нужно. Так, мы можем ударить. Я бы защитился, наверное, да? На 5. У меня орехалка-то ведь нет. А, у меня сейчас есть, защита. Я могу, в принципе, конечно, защититься, чтобы на следующий ход мне что-то прилетело. Даже не знаю. Давай, наверное, давай сделаем. Вот так тебе яду. Удар. Давай убьем. Чтоб оно мне не мешалось. Не люблю я это существо, а этот-то ладно, фигня. Его, конечно, сейчас забафует, он тоже будет дикий. Ну да ладно. Неплохо снесли ему здоровье. Тридцаточка, ты чё творишь-то, ну? Я могу, конечно, вот так сделать. На. Понизить его, унизив при этом. Он такой, я унижен. Звание понижен. Прям четко, смотри, как хорошо. Удар коленом в рожу. Так, можем защититься. Можем дать еще яду чутка. Давайте, наверное, защитимся. Я все-таки уберу и удары нанесем. Все нормально. В принципе, мы должны его на следующий ход уже выхлестнуть. Если все удачно будет. Ну, нет, наверное. На следующий ход все-таки мы его не выхлестываем. Все вроде удачно, но не настолько. Так, давайте, давай. Атаку понизит собака вот эта. Мне больше всего он бесит. Из всех, конечно. Сейчас мы отхватим. Так, 4, 4. Ой, как все плохо. Ой, как все плохо. По пятерке десятка уйдет, тройка сюда. Девять. А, у него 7. Ну, я тебя убиваю. А ну, разбежалась шантропа. Ой, бежим! Бежим, бежим, ребятки! Ненавижу их. Но они-то так себе еще, в принципе. Талант. Талантов, которых у нас нет. Можно на ловкость, кстати, взять талант как раз. Одну карту минус, можно сказать. О, бабуля с дедулей. Тоже здесь, ты посмотри. Все здесь. И бабуля с дедулей. Ну почти. Почти. Отлично. Мы и похилились. Правда, сейчас у нас... Ну да, хил, зато хил прошел. Так, давайте... врезать. Блин, как это все страшно-то. Смотри, он там много меня сейчас дамажит. Может его понизить? Давай. А то что-то он как-то нам слишком сильно бурно разгулялся. Совсем не нравится. Держи. Пенч. А, и надо было... Ну, конечно. Надо было вначале. Ну, да ладно. Долбануть-то пограмотней. Еще же был яд. Мы бы тогда еще больше бы смогли настакать. Ладно. Радуемся и тому, что имеем. Еще яд. Мне, в принципе, карт вполне хватает. Я бы не стал бы собирать. Я бы их стал прокачивать. А, не одна защита, да? Ловкость.
Может быть. Может быть, удваиваем. Вот это, кстати, тоже хорошая карта. На 10, по 10 бить. Ловкость, ловкость. Или яд, яд, яд. Давайте яд, наверное. 7, 7 яда прям вообще прям. Так вкусно звучит и выглядит, что я не могу. Что я не могу отказать. Кстати, интересно, если я на навыках буду играть чисто через яд, яд, яд. Я ж, получается, как будто бы типа бездействую и ничего не делаю. И наверное, это будет проходить как большой такой урон. Но яда, яда, яда нет, к сожалению. Будем так просто долбить. Сейчас надо 23 как-то снести. Хворь? Ну давай, наверное, вот так сделаем, вот так. Я понимаю, что не сильно защитит, но все равно будет проще. Энергии сейчас больше будет. Еще коленкой по роже дадим. Кошмар. Вот кошмар всегда хочу брать. Прям кошмар, прям вообще кошмар. Можно три катализатора сделать. Три катализатора. Ты представляешь? Не, ну ты просто представь цифру 3. И катализаторы твою. Что ж вы лезете мне постоянно под руки? Какого черта вы лезете мне постоянно под руки? Я вас не понимаю. Что вам от меня надо? Хворь надо качать. Хворь качать будет хорошо. Давай. Три хилки можем сделать. Тут даже не знаю, что лучше было бы сыграть. Наверное, энергию. Я понимаю, сейчас мы, конечно, влупят нам. Но мы очень много отопьем. Я надеялся, что придет... Надеялся, что придет... Как он? Удушение. Мы сможем просто задушить этих. Аглоедов. А вот не получилось. В принципе, мне бы не помешала мороженка. Хватит мне там свою фигню накидывать. Вот тебе яду. Ну хорошо, разделались просто на ура, я сам не ожидал. Просто на ура. Еще катализатор, серьезно. Может, шипы возьмем? В принципе, шипы вещь. Давай. Надо только прокачать будет их. Вот хворь качать надо вообще в первую очередь. Или вот кошмар. Кошмар, наверное, я прокачаю вначале. О, опять ты.
Не слишком ли ты часто ко мне стал захаживать? Подхилимся. Ну, мне как бы защита сейчас была не нужна, там урон просто нужен был. Вот это, кстати, можно заюзать. Его я не убью. К сожалению. Так, 39. Как много урона. Но я даже не смогу спрятаться в любом случае. На. Ну, то есть мне нечем защищаться. Так, разгоню ли я его? Разгоню ли я его дамаг? Настолько, чтобы он офигел. Так, я даже не знаю. Восемнадцать. 50. О, сосотку там выйдет. Фига себе. Это было круто. Так, талантом подхилимся. Ну и все. Завершить. Отлично. Получилось хорошо. Кубик мясной. Ничего мне здесь из ваших карт не надо. А да, в магазин. Что в магазине? Есть бумажный самолетик, очень крутой. Есть еще ловкость, еще тоже очень хорошо. Не знаю, есть ли смысл брать. Но хотя, наверное, есть. Так, это что такое? 150. Можно от карты избавиться. Ну, давайте возьмем. А, уже не могу, да? Все, понял. Хотел избавиться от карты вместо ловкости. Ну, раз уж такая пьянка... Так, надо дальше улучшать, пожалуй, хворь. Хворь хоть будет пользу приносить, а то она когда лежит просто так, а мне она, по-моему, вообще ничего не делает. Погнали. Ну, я не знаю, как сейчас получится. Я бы заюзал, конечно. Ну, окей, давай. Неплохо. Так, вот этих вот надо говнюков-то убивать. Чем пока непонятно, но чем-то убивать надо. Очень много дамажит. Какая же она. Ладно. Двадцать пять. Кого там я начал бить-то? Вот тебя. Значит, тебя и будем травить. Добить? Нет, давайте оставим. Пригодятся мне мои карты. Все равно сейчас умрет. Да, больно, согласен. 31. Еще 31. Да ты совсем ошалел, что ли? Надо яд на него вешать. Чем быстрее, тем лучше.
Давай хворь повешу. Так хотя бы чуть-чуть. Я понимаю, что он сейчас, наверное, будет призывать типов, и мне надо еще быстро-быстро его вырезать. Призыв 142 яда, одна единица. Это просто, это даже не смешно. Ну и вот что, его вырезать. Давай, наверное, в него впишемся. Что-то мне он совсем не нравится, конечно. А у него же было ослабление, зачем? Ладно, погнали. А то я чувствую, что мы так просто сольем. Я, правда, не уверен, что мы и так не сольем. Мы и так сливаем, в принципе. Я потому что тут не вижу возможности даже, как мы сможем отбиться сейчас от его дамага. Так, 60 урона. Отлично. Отбились, блин. Это что-то как-то совсем неприятно. Хорошая штука, может, стоит взять даже. Тоже хорошая. С удушением так вообще норм. Так, нам предлагают ключ проклятый. В принципе, еще больше энергии. Тогда нафига я эту карту сейчас взял? Изменить все карты удара и обороны. У нас их там осталось. Один удар карты, два удара обороны. Но, в принципе, можно взять, как поменять, да, типа того. В принципе, неплохо, наверное, будет. Там три карты, может, какие-нибудь нормальные будут. Давайте попробуем. А, мне на выбор дают? Ну, ребят, это не серьезно. Вы дайте что-нибудь путевое. Что это за фигня такая? Наносит по 6. И что, я могу это скипнуть просто? Походу нет, да? А, они просто мне дают 3. А, это не выбирать, это... Они мне просто дали 3. Такая фигня, просто 3 фиговые карты. Ну ладно, удары и оборона там не лучше были, так что... Особо жаловаться-то нет смысла. Так, ну что ж, погнали. Куда только? Можно вот так здесь зайти, сюда еще раз прокачать что-нибудь, там пойти сюда. Хоп, тут вообще опасно сюда не пойти. Пойти дальше вот сюда, может быть. Вот здесь выйти. Неплохой план. Пошли. Надеюсь, справимся. План неплохой. Так, от одной карты мы можем избавиться. Давайте яд на него повешу сразу. Буду дамажить, плевать на удушение. Хотя, в принципе, конечно, хотелось бы удушение вытаскивать, но вот, к сожалению, не всегда так получается. Так, у нас есть очень много всего. Я могу, конечно, разыграть, но это мне особо сильно ничего не даст. Давайте вот так сделаем. Я понижу. Садит, конечно, мне он люто сейчас. Следующий ход 4. Вы не смотрите то, что я разыгрываю, типа вначале ловкость, потом типа вот. Мне просто знаю, что мне защиты и так хватает. Мне все равно. Я-то я использую как хил просто. Я пытаюсь подхилиться.
Можно, в принципе, прокачанная, тем более. Может быть, даже стоит взять. Давай возьмем. Ладно, хорошая вещь. Поможет нам. Не сильно нужно карты уже набирать, типа, по большому счету. Они нам уже не нужны. Наверное, карт даже... Я бы карт, наверное, 4 уже избавился даже. Так, отлично. Кого долбанем? Кого же мы долбанем? Кого же мы долбанем? А, зачем? У меня же якорь, ну. Четыре, да? На две атаки будет. И мне одной хватит. Отлично. Ничего не надо. Так, потерять все золото. Да иди ты в пень. Мне мое золото нужно, нужно, нужно. Так, я беру защиту. Я усиливаю атаку. Я даю тебе яду. Хилиться мне не надо. Ну и скотина же. Так, я даже не знаю, чем бы тебе бы забить. Это защита. Типа разыграть. Атаку оставим, наверное. Я, наверное, от кошмара сейчас кошмар уберу. Давайте мы будем понизим ему урон. Я поставлю все-таки себе защиту. Я, в принципе, и так играю, мне какая разница. Мне разницы нет, я и так разыгрываю. Так, оставим. 24 урона. Как тебе такое? Сейчас станет. Ну ладно, у нас там есть чем отхилиться, в принципе. Думаю, мы сможем. Сможем выстоять. Можно защиту на следующий ход, но сейчас же бафает себе. Давай. И хворь на него кинем. Так, 18. У него 12. Как раз нормально. 36. Пройдемся. Еще что ли? Давай, давай. Оп-оп-оп, как тебе такое? Оп-оп-оп. Оп, яду. Оп, удар. Да ладно, хватит на тобой издеваться. Умри. А, неплохо. Куча энергии. Ну, ничего брать не буду. Выглядит, конечно, все так вкусно вроде. Вроде, опять же, хочу подметить. Вроде, вкусно. На самом деле, это не так очень сильно ходит. Блин, как мне вот... Ай, почему все сразу ходят в один ход? Вы не можете, например, кто-то не ходить, кто-то защищаться. Что за привычка избивать с самого начала? Не успел зайти на уровень, тебя уже сразу избили.
Это, наверное, мне не вкатит. Вот это мы возьмем. Пипец. Выходите. Озверели, что ли? Дамажить нечем. Просто капец. Даже не знаю. Что-то мне тут попахивает. Чем-то неприятно. Пока закрываемся. Разыграем. Так, а вообще надо было, наверное, вот так сделать вначале. Не убиваем же, да? О, отлично. Какая вот нудная, это фигомота вот эта. Какая же она нудная, это просто капец. Так, 18 защиты, надо как-то от этой вот фигни избавляться. А я что, ее не пробил, что ли? Пипец, я почему-то был уверен, что я ее пробью. Почему я так был уверен, не знаю. Как мне достали все. По пятерке там дам. Ну и все. Пятерка тут. Надо было вот, ну. Тут-то всего лишь. Ну ладно, тут хотя бы атака идет. Ай, блин, да сдохните уже. Сдохни. Сдохни. Наконец-то. Вкусненько. 50. Давайте посмотрим, что мы можем качнуть. Качнуть-то много чего, что можно. За 2, да? Может быть, стоит даже. Ну, вообще такая карта, как бы. Она вроде играется, но что-то как-то не совсем уж хорошо у меня играется. Надо очень большое количество карт, чтобы тебе на руку накидывало, тогда нормально будет. Ну давай, давай, улучшим, наверное. Потому что, мне кажется, без улучшения я вообще ее играть не буду. Просто забью на нее, да и все. Давай сюда. Так, хилимся. Он на меня какую-то пакость хочет кинуть. А я ему в ответ. Вот такую пакость. У меня еще есть 3, я могу сыграть, да? Раз. Нормально. Пол хп снесли. По-моему, очень даже неплохо. Так. Этот писюн газированный на меня ходит опасной атакой. Ответим ему не менее опасной атакой. Но он сейчас, конечно, мне вжарит. На следующий ход я его убиваю. Все. Подхиливаемся. Тебе еще яду. В 458. Как тебе такое, пес? Так, тут, наверное, мы все-таки поспим. Слишком много хп потеряли. Мы, конечно, там можем отпиться, но все-таки. Так, давайте, сюда, вот идем. Нам в эту сторону. Уверенным шагом.
Прям вообще пришло, конечно, хорошее нечто. Но что-то совсем уж поздно. Давай драться. Что мы будем делать? Как мы будем бить? И кого, главное? Надо его быстро сносить. Он очень опасный. Так, давай. Придется. Надо было, наверное, все-таки эту играть. Они же на меня сейчас бафы, дебафы вешают. Ну ладно, ладно, не важно. Завершить. Ну давай. Паренек, остался-то ты один. А яда у меня очень много. Кусь-кусь, яд. Кусь. Так, защиты нет. Защиты нет. Давайте так, наверное, сыграю. Разведем нормально. О, что-то под конец стали нормальные карты приходить. Хорошая карта, кстати, через сжигание теперь играем. Может, даже опасненько это будет. Давайте брать не будем. Погнали. Ага. Вот кто у нас тут такой пригрелся. Держи. Держи, вот это, конечно, опасненько. Защиты нет, а бьют они очень больно. Давайте уберем. Понизим, унизим. В принципе, можно так даже сделать. Давай. Не ударю уже, да? Не убью, точнее всего. А, давай разыграем. Сколько у тебя там остается? Я тебя убиваю. Нет! Как, подожди, как так нет-то? У него было 19, а, 13 урона. 15, я думал, там написано 15, это 13. Ладно, ладно, отопьемся, фиг с ним, ничего страшного. Так, у тебя там есть яд? У тебя яда нет. Как ты смел быть без яда? Грацию, защиту, наверное, придется прожимать. Давайте от катализатора избавимся, он все равно мне никак не катит сейчас. Двадцать три. Все?
разбомбили, разнесли. Хворь, опять же, хворь, хворь, хворь. Давай возьмем, мне нравится хворь, прям люблю хворь, 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 хворь. Вперед. Что? Ай, нет, опять со своими падениями вот этими. Яйцо поздно, ловкость можно, в принципе, да, хорошая вещь. Очень можно сильно задефаться. От карты избавиться не могу. Хотя был бы не проще. Кстати, эти карты неплохо так сыграли. Так, ладно. Вот еще ничего, так терпимо. Неплохо так сыграли вот эти карты, которые... Я думал, что вообще будут плохие. Там типа на сброс одну карту она как бы типа сбрасывает, а три добавляет. По-моему, очень даже неплохо. 18. Минус. Тебе. Это вам. Это вам. Это все вам. И это опять вам. Спасибо. Вроде бы неплохо, да, но играть-то нечего. Давай. Вау. Даже так. Жаль, конечно, что не добил, но да ладно. Садим, ладно, на. Не буду ничего брать. Так, все, у нас последнее. А кто там босс? Кто там босс? Часовой мастер. Так, вот тут такое дело. Либо хиль, либо улучшать что-нибудь. Давайте посмотрим, есть ли что улучшить вообще. Но, в принципе, шипы вещь хорошая. Хоть он... По нам будет бить довольно-таки нечасто. А, защита, по-моему, 2 дает, да? Нет? А, нет, нет, не 2. Я что-то сегодня хочу, чтобы она 2 давала, она дает 1. Точно 1? Да. Начальная. Можно улучшить какую-нибудь вот типа вот такую защиту, тоже тема. Но лучше, наверное, все-таки мы похилимся, на всякий случай, чтобы быть 100% прям в теме. Погнали. Ну, сейчас будет сложновато, конечно, нам. В одном, как бы, с одной стороны посмотреть, потому что... Ладно, я вначале думал, что надо было, наверное, на ловкость сыграть кошмар, но нет. Давайте кошмар уберем. У нас осталась лишь одна энергия. Ну, в принципе, без разницы. Еще ловкость сыграем. Я понимаю, что мы сейчас будем где-то приблизительно первый его боевой ход. Будем, наверное, набирать себе всяких приколюшечек. Он потом все сбросит же, да, с себя? Или нет? Когда ход заканчивается, он все сбрасывает? Я просто что-то не помню этот момент. Или он просто... Да успокойся ты, успокойся. Угу. Нет, он не сбрасывает. Еще и это. Двадцать один, смотрим. Так.
Надо подумать. Есть яд, и через яд-то можно играть сейчас. Давайте от одной карты я все-таки избавлюсь, все равно буду ее убирать. Три. Переживаю насчет хвори, он же, по-моему, когда-то восстанавливается. Вот когда только, правда, я не помню. Давайте долбанем. Семерка. Мне нужно сделать... Сколько там? 9. Отлично. Мне нужно сделать на катализатор. У меня никак не совпадает. Когда у него начинается-то? Да-да-да, у него наполовину хп, да, он себе восстанавливает. И все сбрасывает. 32 урона, офигеть, а мне даже защититься нечем. Мне нужен катализатор, где он? Он у меня точно в руке-то есть. Да, вон он. Так, он на 30-ку ходит. Четыре. Фигня, не штука, скинем. Даже пробил меня, нифига себе. Отлично. Что-то как-то я ставил на катализатор, думал, он придет ко мне, я смогу разыграть как бы через это самое, через две карты, ну через три точнее всего, мы просто его завалим при помощи катализатора, ну что-то так не вышло. Но новое зато возвышение прошли, открыто восьмое, за безмолвную. Золотоносца как-то не получается, пробовал сегодня, думал, золотоносца поиграю, и что-то раз где-то 5 где-то я просто сливал. На второе, до второго акта и на первом акте сливал, а на втором акте сливал. Как-то не очень получилось, но вот это получилось, мне понравилось. Было прикольно, надеюсь, вам тоже понравилось. Если это так, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментируйте, поделитесь с друзьями, добавляйте плейлисты, вступайте на шипу ВКонтакте. Ну что ж, дорогие друзья, скоро выйдет новый герой, посмотрим, полюбуемся, что же он будет из себя представлять. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока!